Ривер. Привет, Ви. Мне нужна помощь. По голосу слышу, что случилось. Я бы не хотел говорить об этом по телефону. Надо встретиться. Окей, где и когда? Ночью, в Глене. Сейчас вышлю координаты. Сможешь? Постараюсь. Спасибо, Ви. До встречи. Ну что, с бета-кислотой все окей? Бодрисимо. Начисляю тебе бонусы за то, что выяснил все по букеру. Не опускай планку, Ви. Заказ выполнен, твоя оплата скоро поступит. На месте. Тик-так, тик-так, тик-так. Привет, Ви. Как твоя жизнь? Не восторг. Да, наверное, нетрудно догадаться. Ладно, что случилось? Мне надо с кем-нибудь поговорить. Ну? Сначала посмотри. Привет, с вами Ариф Икбал и новости на WNF. Опять мертвые политики? Посмотри. Обычный дорожный досмотр навел полицию Найт-Сити на след опасного похитителя и убийцы. Его поймали на пересечении 7-й улицы и 15-й авеню. Видео снято полицией на месте событий. 10.38, повторяю, 10.38. Регистрационный номер 2АА6244. Выходим из машины. Принято. Из машины, руки вверх! Тише, офицер. Спокойно. Пасть заткни! О, черт! Тут 10.53 и 54. Повторяю, 10.53 и 54. Парень на этой записи Левар Мартинес, 17 лет. Родители заявили о его исчезновении месяц назад. К сожалению, спасти Левара не удалось. Его организм не смог выдержать сильного септического шока. Отчеты о вскрытии показали, что подростку вводили опасные дозы гормонов, анаболических стероидов и стимуляторов. Личные вещи и генетический материал еще семерых пропавших подростков были найдены в машине, принадлежащей некоему Энтони Харрису. К сожалению, их судьба по-прежнему неизвестна. Преступник, известный под псевдонимом Питер Пен, выжил после ранения. Но в сознание так и не пришел. Его допрос пока невозможен. Оставайтесь с нами, и вы узнаете новые подробности этой истории. Кто этот?
Питер Пен. Ты что, расследовал его дело? Никогда о нем не слышал, даже на работе. А в чем проблема, если его уже поймали? Мой племянник Рэнди пропал не так давно. А в этой записи на парне были его ботинки. А, блядь. Ты что-нибудь знаешь о том, как он исчез? Почти ничего. Мы с сестрой не очень тесно общаемся. Я отмахивался от нее, а был ей нужен как никогда. Они боялись, что ты примешь все близко к сердцу и отстранили тебя. Скорее, приказали даже не приближаться. Следствие отдали Гонагалу. А он мало того, что тупой, так еще и не делает ни хера. Я бы этого так не оставил. Знаю. Поэтому и прошу тебя помочь. А что мы должны сделать? Допросить этого овоща у нас не получится, но можем посмотреть его сны. Прости, сны? Да. Идем, расскажу все по дороге. Это экспериментальный метод, но польза от него уже есть. Они записывают сны и создают из них брейн-данс. У тебя есть доступ к этим снам? Еще нет, но их хранят в лаборатории, куда мы идем. Так, ты договорился о встрече? Не совсем. Мы пойдем туда вместе, но не через главный вход. А, предлагаешь нарушить закон? Мы просто сделаем, что хотели, и быстро выйдем. Я тут первый раз, понадобится твоя помощь. Отлично. Тут никого. У них сейчас разгар аудита, так что можешь шуметь. Где может быть этот брейн-данс? Надо найти комнату, где редактируют сны детей с аутизмом. Не забудь, настоящее имя Питера Пэна – Энтони Харрис. Здесь мы явно никаких брейн-дансов не найдем. Так, тут закрыто. Коробка из-под брейн-данса. Нет.
Эй, Ривер, я его нашел. Нашел что-нибудь? Пока нет. Энтони Харрис, посмотри в ящиках. Ривер, а какой-нибудь дворник не мог тебя сюда пустить? Чем меньше людей узнают, что я сую нос в чужие дела, тем лучше. Я Вэнь. Что ты здесь делаешь? Тебя же выперли из полиции. Не выперли, отстранили. Я вызываю реальную полицию. Эй, погоди, просто послушай меня. Нарываешься, Ривер? Тебе что, проблем не хватает? Харрис похитил моего племянника. Мне очень жаль. Но мы тут храним доказательства. У нас четкие инструкции. Инструкции? Мы говорим о жизни его родственника. О жизни ребенка. Полиция уже ведет расследование. Тебе пора. Мы не уйдем без снов Питера Пэна. Последний раз повторяю. Вон! Я Вэнь, твою мать, ты кем себя возомнила? Помнишь свой первый экзамен по медицине? Тот самый, который ты так замечательно сдала. Наверняка помнишь. В женском туалете неожиданно начался пожар. Всех эвакуировали на 2 часа. Охренеть, и ты решил мне сейчас это припомнить? Чтобы я вас здесь никогда больше не видела. Тебя особенно. Ты плохо его знаешь, да? Он тот еще мудила. Мы с ним нормально дружим. Он меня пока не подводил. О, я тоже думала, что мы дружим. И поэтому ты не хочешь ему помогать? Нужны сны Харриса. Где они? Он не видит снов. Что? Почему? Пуля повредила кору головного мозга. Мы фиксируем только отдельные вспышки. Я хочу... Аудиовизуальная стимуляция. Не выйдет, он не в спектре. К детям помогают пробиться их любимая песня или фильм. Можно попробовать. Да, принцип тот же самый. Стимуляция гипоталамуса и выработка гормонов. Но Харрис не ребенок. Я не испытывала этот метод на взрослых. Будем пробовать. Я даже не знаю его предпочтений. Я что-нибудь найду. Так значит, ты не против? Все. Идите. Я открою вам главный вход. Поехали, Ви. Я знаю, с чего мы начнем. Кстати, что ты знаешь про биочипы? Вот биочип Арасаки, например. Он предназначен для хранения нейронной энграммы. Но если по-простому, на него копируют память и личность человека. Да, это я понимаю. Мне вот что интересно. Может записанная энграмма заменить собой личность носителя чипа? Заменить личность? Я не уверена, что это возможно. А откуда вопрос? Да так, просто. Из любопытства. Спасибо. Ну давай, спрашивай. Не понимаю. Чего ж ты сразу не сказал, что тебя уволили? Не знаю. Ты иногда ведешь себя как дурак. Я в курсе. Просто
Мне трудно говорить о том, что меня сильно задевает. Понимаю. Хотя бы скажи, куда мы сейчас едем? К Джосс. К матери Рэнди. Она думает, что пацан просто сбежал из дома. Не говори ей пока про похищение. А что с отцом Рэнди? Пару лет назад его грохнули на разборках. Классный пример для подражания. Джосс осталась с тремя детьми. Но это не женщина, а скала. Ладно, допустим, а почему мы не будем искать квартиру Харриса? Дом. И я сомневаюсь, что он держал похищенных в подвале. Ну и вообще, мы пытаемся. Я хочу найти связь между Рэнди и Харрисом. Сомневаюсь, что найдешь. Других вариантов у нас нет. А ты не боишься, что Ивэнь пойдет и донесет на тебя своему начальству? Мы раньше дружили. Вряд ли она так поступит. Ну и плюс я знаю, какой грешок у нее за душой. Хоть и не собираюсь этим пользоваться. Ты уверен, что Ивэнь в итоге нам поможет? Да, все наши ссоры всегда кончаются одинаково. Расскажу тебе как-нибудь за пивом. Договорились. Как найдем Рэнди, завалимся куда-нибудь выпить. С удовольствием. Ну что ж, приехали. Давно я тут не был. А когда-то приезжал каждый год. И что? Многое изменилось? Такие места не меняются. Милое местечко. Ривер. Или тебе что-то надо, или есть новости про Рэнди. Иначе ты бы не попёрся в такую даль. Джосс. Это Ви. Ну что, Ви, вы узнали про Рэнди? Джосс, я не знаю, как тебе сказать, но Рэнди, его похитили. Похитили? Но он жив, правда? Ривер, отвечай мне! Мы его ищем, Джосс. Здесь? Мы приехали, чтобы осмотреть вещи Рэнди. Зачем? Чтобы найти зацепки. Мы делаем все, что можем, Джосс. Только не сломайте ничего. Рэнди не любит, когда копаются в его вещах. Пойдем, Ви. Дети на улице. Скажи им, чтоб шли ужинать. О чем ты думаешь? Мы должны были рассказать. Это его трейлер. Нам важна каждая мелочь. Дядя Ривер! Привет, Моника. Привет, Дориан. Это твой напарник? Знакомый. Останешься ночевать? Посмотрим. Ваша мама сказала, что ужин готов. Это их старый трейлер. Рэнди его занял, когда я купил им новый.
Ну и бардак. Как у меня в старые времена. Ты осмотрись, а я переберу мусор. Я нашел ключ. Прямо музейный экспонат. Ага. Не то чтобы мы именно это искали. Тут какая-то игра на коробке код доставки. Дорогая техника, Рэнди мог себе такое позволить? Ты серьезно? Это железо стоит дофига. Вряд ли Рэнди смог себе сам такое купить. Я бы туда заглянул, но сомневаюсь, что он кому-то говорил пароль. Можешь взломать? Сейчас попробую. Прошу. Поможешь мне тут пошариться? Этот мультик какая-то полная жесть. Мурашки по коже. В такой машине задержали Харриса. Когда перекрывали улицы? Блять, я помню этот день. Он живет рядом со старой школой. Ты смотри, какой этот мужик сердобольный, а? Он установил, кто такой Рэнди, и выслал ему игру в подарок. Ту, которую ты нашел в ящике? Да, да. И судя по коду доставки, этот хер выслал ее с пустошей. Рэнди обрабатывали по всем правилам. Ривер, посмотри. Ты видишь то же, что и я? Нет, не может быть. Зачем Рэнди это было нужно? Мало того, что они договорились о встрече, так Рэнди еще и радовался, как будто идет гулять в лунопарк. Твою мать! Как этот урод вообще задурил ему голову? Натали, наверное, была единственной, кому Рэнди доверял. Посмотрим страницу по ссылке.
какая-то ссылка. Это не про нее писал Рэнди? Сейчас посмотрим. Энтони Харрис создал скрытую страницу. Господи, это просто пиздец. Тут был какой-то файл. К сожалению, его удалили, но название осталось. Кстати, про это. Кажется, видео на компе у Рэнди называлось примерно так же. Эй, смотри. Этот мультик называется так же, как пропавший файл на странице Харриса. Это то, что нам надо было найти для Ивань. Ви, вот оно. Думаю, Рэнди его скачал. Ви, ты что, не понимаешь? Может быть, это ключ к сознанию Харриса? Ну, надеюсь. Может, если ты применишь свою нетранерскую магию, мы узнаем что-нибудь еще? Попробую определить IP-адрес Харриса. Есть! Думаю, мы выжили из этого максимум. Супер! Мультфильм, Ривер. Возможно, это то, что мы ищем. Отправь его, Ивэнь. Ты же говорил, Харрису нужно что-то знакомое, чтобы видеть сны. Хорошая мысль. Отправляю. Окей. Она написала, что ответит завтра. И что я настоящая сволочь. И... Фу. Пошли, что ли, поужинаем? Давай не будем пугать Джосс больше, чем нужно, хорошо? Мы взяли след, но до завтра подробностей не узнаем. Конец. Дориан, не надо. Но она прав... Джосс, мы закончили. Закончили? Ну тогда в кровати. Дядя Ривер, мы тут тебя оставили. Спасибо, Моника. Вы нашли что-нибудь? Завтра что-то узнаем. Я переслал в лабораторию то, что мы нашли. Скорее всего, утром мы узнаем, где Рэнди. Когда ты ел последний раз? Вчера. Возьми мой. Я не хочу. Спасибо. Может, попозже. Ривер, скажи мне, только честно, ты найдешь его? Ривер – очень крутой детектив. Считай, Рэнди уже дома. Я не сдамся, пока не найду его. Джосс, ты не против, если Ви поспит в трейлере Рэнди? Нет, конечно. Ты же останешься. Ты должен мне помочь довести это дело до конца. Останусь, конечно. Дорогу к трейлеру помнишь? Конечно. Скоро уже пойду спать. Не сдавайся, Джосс.
Ви, вставай. Еще 5 минуточек. Я Вэнь позвонила. Мультфильм сработал. Харри стал видеть сны. Есть брейн-данс? Вот здесь. Вставляй и подключайся к компу. Я буду смотреть на мониторе. Быстро, это твоя знакомая. Неплохо. Что с тобой происходит, Энтони? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаху Лема? Ну, она болела. Все время сидела в панцире, не ела. И я хотел помочь. И вколол ей гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился? Тебя усыновили хорошие люди. Они в тебя поверили. И вот как ты им отплатил. Я понимаю, умер твой друг. Но это не оправдание. Да пошли вы нахер. Что ты сказал? Ну все, хватит. Я сегодня расскажу директору и твоим новым родителям тоже. Весь своего папашу пошел. Нас закинуло в школьные годы Харрис. Помню, все газеты писали про эту стрельбу. Мы ее разбирали в академии. Погоди-ка, я проверю, что это была за школа. Лагуна Бенд. Похоже, в 50-е весь город затопило. Ну, зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис. Ну, тут все ясно. Старый кубок. В 2042 году они заняли первое место в соревнованиях по рестлингу между школами. Не смейте так говорить про моего папу! Что твой отец спустил себе пулю в лоб, когда ферма разорилась? Заткнись, заткнись! Не смей даже упоминать моего отца, ты, гондон! Ты врешь! Ты врешь, перестань! Она была больная и слабая! Я просто хотел помочь! Харрис здесь выглядит моложе. Смотри, корова больна, и остальные тоже. Куда тебя опять понесло? Иди сюда! Иду!
Похоже на биосканер для контроля за здоровьем скота. Знать не получится. Отец прессовал его, будь здоров. Тони, иди сюда! Что, пап? Ты ничего не забыл? Тебя спрашиваю. Я не знаю. Уровень холины метионина. Не видишь ничего странного? Что, слишком низкий? Ты должен был проверить перед школой. Чё в своё оправдание скажешь? Эта корова умрёт из-за тебя. Убьёшь её так же, как мать убил. Пап, прости меня. Не оправдывайся. Просто подкрути ей гормоны. И выключи уже этот идиотский мульт. Коровам вкалывали гормоны и антибиотики. Люди ели мясо с этим говном. Я тебе сколько раз говорил не оставлять его! Я полдня пытался... Добавки для поддержания здоровья у животных. Выключить эту херню! Самый мультик. Малыш Тони, похоже, его обожал. Ну, тут все ясно. Похоже, мы нашли, что искали. Это последние провода. Воспоминания. Здесь его логово. Похоже, Питер Пэн превратил эту ферму в маленькую крепость. Тут часы. Час до полуночи. Горючее. Наверное, когда-то тут была заправка или что-то вроде того. Ты это тоже слышишь? Мусоровоз дает сигнал на разгрузку. Где-то рядом с Вокко. Да ну нахуй. Он обращается с детьми, как со скотом.
Штемпель пожарной части. Южный регион. Отлично. Смотри, еще один. Сюда подключены боксы. Где-то есть комп, куда подключены мины и турели. Я нигде не вижу Рэнди. Система контролирует впрыск каких-то стимуляторов или, может, гормонов? На модели фермы есть метка Петрохема. Куда ты собрался, Майк? О, осветительные вышки. На них рекламировали новый альбом Аскрекс. Цвет менялся каждый час. Наверное, можно уже выходить. Итак, что нам уже удалось выяснить? Мы знаем, что Харрис живет рядом со старой школой, которая затонула. С фермы виден город и осветительные вышки Аскрекс. Это в нескольких милях от окраины. Ферма находится рядом со свалкой. Это мы тоже знаем. Код доставки игры, которую прислал Харрис, указывает на пустоши. Судя по IP... Харрис живет примерно в радиусе дюжины миль от Найт-Сити. Осветительные вышки рекламируют альбом Аскрекс и меняют цвет раз в час. А раз мы знаем время... 11 вечера. Да, тогда получается, что ферма к востоку, точнее, к юго-востоку от города. Пожарная часть, которая ставила штамп, была из южного региона. Модель фермы делал Петрохем, значит, другие варианты отпадают. Выходит, мы нашли, что искали. Рэнди должен быть на ферме Эджвуд. То есть, можно ехать. Надеюсь, я нигде не ошибся. Надо торопиться. Не думай об этом. Сосредоточься на дороге. Тебе легко говорить. Это же не твой племянник. Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил... Ты ни в чем не виноват. Я его дядя Ви. И я никак ему не помог. Блять! Держись, Рэнди. Мы уже едем. Осторожнее! Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро!
это когда-нибудь кончится? Сюда, Ривер! Быстрей! О, боже. Дышишь? Рэнди! Хорошо. Потерпи еще чуть-чуть. Господи, он еще жив. Мы успели. Ты живой? Выруби, стой, стой. Машину. Не закрывай надо глаза. Отключить, Рэнди. Скорая уже летит. Рэнди! Нужна скорая. Повторяю, нужна скорая. На ферму к югу от города. Да, пришлите наряд! Да, высылаю координаты. Нет, хотя бы несколько человек. Только быстрее. И там еще автоматическая линия обороны. Будьте осторожны. Быстрее! Это надо отключить! Окей, все отключены! Проверь остальных. Может, они еще живы? Сейчас! Большое обезвоживание, но ты поправишься. Эй, помоги мне с Рэнди!
получилось, Ривер. Да, получилось. Но для меня еще ничего не кончено. Выродок должен ответить за этот кошмар. И ответит. Что ты хочешь сделать? Убить его? Именно. Пойти к нему и придушить голыми руками. Эта мразь сдохнет. Нет, Ривер. Пускай уж его кровь будет и на моих руках. Спасибо за поддержку, Ви. Но я сам должен свести счеты с Харрисом. Попробую воспользоваться переполохом, чтобы до него добраться. Если понадоблюсь, скажи, и я приду. Ты можешь на меня рассчитывать. Пока что мне нужно побыть одному, но я это запомню. Эй, мы готовы лететь. Ты с нами или как? Спасибо тебе, Ви. Без тебя я бы не справился. Не за что. И позвони, если передумаешь. Или просто, если будет настроение.
Ви, такое дело. Есть одна тёлка из полиции. Начальство поняло, что она слишком много знает, и решило от греха подальше сдать её в психушку. Тебе надо её вытащить. Так сказать, защитить закон. Детали в письме, я на связи. Тронешь меня, и мои ребята тебя найдут. Огонь! Огонь, мать твою! Сука, понял?